приехали в отель Липки, вот такой вход. Идем. Ну, тут лес рядом, хорошо. Ну смотри, ну хорошая такая территория зеленая, если гулять. Вешалки есть уже. Обувь нужно поставить. Так, вот такой диванчик. А у нас какой номер считается? Стандарт. А, стандарт. А сколько они? 17 квадратов, да? Ну, кровать, видите, хоть вместе, но она раздвижная. Стандарт плюс, да. А, 17-19 квадратных метров. Два стаканчика, телевизор новый. На-на-на. Смотрим, что у нас из окна. Окна старые. Москитная сетка. Ой, у меня такие в лагере были окна. Смотри, как. Ну так. Тихо здесь. Можно закрыть. Да. Лампочка, как будто из Лео Мерлен, похоже. О, работает. Энергосберегающая. Не, ну нормально. А там что? О, у нас даже холодильник есть, но он пустой. Отлично. Так. Это что записывать? Ужин у них 6, обед, да, с часу, а завтрак с 8, чуть лет 10. Завтрак с 8 до 11, это хорошо, кто любит поспать. Обед с часу до 3, ужин до 20, парк под куполом, детская комната, спа-комплекс с 8 до 22. Так. Не, нормально. А, только вот внизу что-то там. Вот это меня смущает, конечно. А где сам диван-то? Он не рухнет, интересно. Круто. Дивана нету. Внизу круто. Такие нам карточки дали. Так, полотенце, ключ, прокат. Две карточки. И вот такое, чтобы заходить в номер туда-сюда. Хотела включить телек. Видите, уже нету этого. Ну ладно. Сейчас включим, посмотрим вообще. Что за каналы, как показывают? Интернет нормально ловит вообще в номере. Вот. Номера тут 170 номеров. Шиваки. Сейчас посмотрим, какие каналы хоть есть тут. Карусель. Понятно, что тут до нас был ребенок. Ну, карусель нам не нужен. Так, первый канал. Ну, обычные каналы все есть. Так. Малахов. Ну, все основные каналы есть. Матч ТВ прям все как по 2 ДНК. А, НТВ. Ну, прям все как эти. 20 каналов, наверное, есть точно. Вот. Культура. Ну, все каналы, короче, есть. ТВЦ. РЕН-ТВ. СТС. Ну, все каналы есть. Музыкальные есть, интересно. Ну, все каналы есть. Пятница. Я положила в эту упаковку, да, думала, гель для душа протек. Может быть, дезодорант. А он весь вытек, представляете? Никогда такие не берите с собой, но я имею в виду куда-нибудь. Он просто берет, вытекает. Других есть как бы колпачок. Он взял весь и вытек. И все пропахло. Ужас.
еще один минус, что на в номере, знаете, в чем? Не положили мыло. Нету мыла, представляете? Мыла нету. Мыла нету у нас. Еще один минус, мне кажется. Очень низкая раковина. А так все ловко. Единственный минус, смотрите, да? Здесь полотенце сушите, а здесь просто прикрутили деревяшечку. Гениально. Кошечки, вот такая территория. Тут можно отдыхать, посидеть. Лежаки, ну лежаки мы загорать. А, это прокат, ну, велика, бабинтон, лавочки. А вот туда дальше что там? А, это, наверное, четвертый корпус, нет? Футбольное поле. А, футбольное поле. Четвертый корпус там, около КПП. Я заходил. Нет, больше. А, детский батут. Детский батут, настольный теннис. Что здесь есть футбольное поле, теннис. Там типа как тренажерка. И вот сам отель. Такая территория. У нас вот здесь вход, второй корпус. Красиво как. Такие лавочки, можно велики, бабинтон. Ну что, полезешь на канатную? Или не озеро. А что, правда, в лес можно пройти? Ну, пойдем посмотрим. Там забор как-то пройдешь. Ты можешь просто рядом походить. Лавочки. Газон. Наверное, здесь не трогают, как цветочки. Тут тихо, спокойно. Вон все номера. Не, Сереж, мы на такое не полезем. Может. Смотри, как красиво вообще. Все включено. Входит вино, водка, шампанское. Здесь детские аттракционы. Здесь основная сцена. Сказать, кровать, она жесткая, и чувствуется, что тут не матрас, а топический, но пружины точно есть. Подушка нормальная, ну такая, как сказать, как это, ревизора. Я даже не знаю, где она снимается. Вот обычно. Мне кажется, она не пух пироги, полиаргенная. Солнышко нас встречает. Ну, уже народ начинает. Завтрак 8:30, народ начинает просыпаться. Чтобы, наверное, не открывали, сняли вот эти штуки. Эти даже подмораживало. Топление еще не включали. Еще один минус. Вот когда ты спишь, вот шумит вот этот холодильник. А если ты отключишь, не знаю, мне кажется, он не потечет. Или потечет. Но мы его не отключили. Все, холодильник отключил. Прям тишина. Что шитаки здесь, что здесь шитаки. И теперь идеальная тишина. Он так шумит холодильник. Сейчас пойдем на завтрак, посмотрим, что там как. Потом в бассейн. У нас уже новая проблема. У нас течет батарея сверху. Ну, где сушить. Так что вот так. Собираемся в бассейн, но там обязательно надо шапочки. Если у вас нет шапочки, можно там купить, 50 рублей стоит. Ну, надо на карту, да, класть? Отелевскую карту. Наликом они ничего не принимают. Это аренда. Вот. Смотрите, какая программа. Например, зарядка в 10:30, акваэробика, мультипросмотр, мастер-класс для взрослых, ловцы снов. 3 часа мастер-класс для детей, чемпионат отеля по танцам. О, розыгрыш отелек. Игровая программа «Атлантия», детская вечерняя программа, кинопросмотр «Движение вверх», взрослая вечерняя программа в 21:30, бредология, бредология, Сережа,
И вот они здесь пишут, по какой вы находитесь выезд. Кормят хорошо. Каша, хлопья, сыр, колбаса, омлет, запеканка, сосиски, да, вермишель, что только нету. Кофе, чай, можно чайничек отдельно наливать, там все следят, подносят. Сладости, а из фруктов бананы не дают, только апельсины, яблоки. Что еще дают? Апельсины, яблоки, иногда нектарины. Вот, кормят хорошо. Бассейн сходили, все отлично, есть. Что какая? Финская баня и хамам, да? Можно чай, водичку попить. Вот, следить надо за полотенцами, чтобы никто лишнее не взял в раздевалке. Шапочки обязательно. В 11 часов аэробика, так что многие с утреца, с 9 вот до 11 бегают, а с 10 до 11 много детей. Может быть, поснимаю потом еще. Не стала брать телефон, потом поснимаю. Видите, на территории женщина грибы собирает. Может и есть. Хорошая зеленая территория. Жалко, в лес нельзя. Там забор. Сейчас посмотрим прокат. А там прохода нет, там, да, забор-то? Да, тут забор. Не, может, грибы есть, у них мало. Это ж маленькая территория. Что а там какие-то трубы проходят. Что тут с ними делает, интересно. Высушит и все. Может, она в ближайшее время уедет. Видите, какие красивые цветочки. Видите, как необычно она распускается. Подсолнух, но он нет. А гортензия уже отцвела. Она уже осыпается. Ёлочки. А, вечером они подсвечивают, освещение есть. Отлично. За забором прям как лес. И от ландыша как ягодки вон какие. О! Мы один гриб нашли, кто-то здесь грибы собирает. Один нашли, но мы не стали срывать под березовик. А другие, вон какая красота. И птички здесь, или сорок, или кукушка, мы двух согнали. Знаете, какой подберезовик нашли, но я его не рву. Потому что куда нам его девать, знаете, какой? Грибы-то еще есть. Но я думаю... Нет, Сереж, он не такой черевый, он это... Классно. Я думаю, что за шляпа такая большая торчит? Так что можешь идти в лес, Сереж, собирать здесь. В последний день. В пакетик и вперед на такси. Класс. Еще один гриб, но мы сейчас не будем рвать, какой толстенький подберезовик. Тут шляпка немножко. Толстенький какой. Не знаю, ребят, что это такое. На голубику не похоже, но ягодки вот такие, видите. А может, это голубика? Ладная рябина. Забор. А там вон рыбу ловят, типа пруда. Да. Был. Вот такие сиденья. Ну чё, какой стол-то? Этот, давай этот. Вот этот? Этот, мне кажется. А он поцарапан,
все грибы собрали. Представляете? Которые вот мы вчера видели, уже вот вторая женщина идет, все дособирает грибы. Народ ходит, собирает. Нет, пойти в лес, выйти за территорию. Собирают на территории. Вот так вот. Такая детская площадочка. Утром все грибы собрали, мы в другую часть пошли, вот один подберезовик нашли. Там забор. Здесь баран-шоу будет. По субботам проходит. А в пятницу в 12 часов дискотека с 9 до 11. Ну, певица поет и шоу. Самое главное, белые есть. И они идут. И запах прям гриба стоит. Что там опять? Какой? Ну это подберезок, он еще не вырос. Пойдем. Вот здесь, да, баран шоу? Да. Здесь можно арендовать мангал, домик и жарить шашлыки. Ну здесь так кормят на убой. Вот здесь, да, в этом павильоне. Газончик подстригают. Многие лежат, загорают. Но обычно здесь с 9 вот до 12 многие в бассейн. Сейчас попробуем сходить попозже, после двух бассейн. Там футбольное поле. Там тоже. Пойдем бруснику я попробую. И многие с детишками, очень много с детьми. Это отель очень хорошо для детей с семьями. По двое, трое детей. Кроватку дают. А там дети бесплатно, да, вроде как-то? До 12 лет, что ли? Джакузи только вот там работают. Прям профессионал. О, как быстро. Я так не могу. Не, ну если надо, я смогу. Тоже, да? Футбольное поле. Это вход. Такая дорожка. Вечером потрясающе свежий воздух, птички поют. Там кислород. Это вниз туда, наверное, шашлычная. Наверное, здесь все-таки баран шоу делают. Карточка не срабатывает, сейчас пойдем. Второй корпус. Гостиная комната. Какой старенький. Да, вообще. Ну, видишь, все. Просто надо было.
Только ты, ну давай второго. Сейчас второй. Чем? Чем откроют? Чем с этой стороны откроется? А. Да я проверю, будь то. Давай. Перезаряжать. Ну ты убери ее. Мы единственные, да, которые будем смотреть, когда ретишка. Да, может, еще кто придет. Велик. Велики, конечно, тоже не новые, но народ катается. Дедушкин табак. Посмотрите, какие здоровые, он мягкий. Ужас. Их тут целый это, вон он растет. Отсюда и идете прямо, вот как приезжали. Сейчас дойдем до пятерки, посмотрим, за сколько мы дойдем. Сколько там? Что за полчаса-то, если там километр за 15-20 минут? Дорога. Засек время? Ходим СНТ Импульс. Вот это вот. И идем по прямой, там поле чистое. Машина тут ездит. Ну, сколько яблок. И идем туда. А, вот первый магазин продукты пойдем или в пятерку. Давай до пятерки дойдем. Вот магазин уже виднеется, продукты. Ну, кстати, 10-15 минут до продуктов эти. Ух ты, это такой крупный боярышник. Пошли. Хоть по дороге ходи. Где светофор? Идем вот сюда. Тут поле, остановка. 452 автобус идет от Кунцевского метро. А вот остановка. И вон там пятерочка. Почти потратили, ну, 17 минут спокойным шагом. Ну, 20 минут идти спокойным шагом. А номер автобуса не пишут здесь. Какая остановка-то? Это поле. Не, они пишут. И вон пятерочка. Тут дешевле кока-колу взять, чем в баре. Можно литровую. Все, что нужно. И аптека есть. Какая финская сауна. Можно чайку попить, телевизор, весы, кулер. И там турецкий хамам.
сиди. Не хочет, отпусти, он топтаться будет. Он вот так будет топтаться, ласкает. Писать мне не надо. Да ты что, он уже 5-6 месяцев. Это удовольствие. Жорик, да, тебя назвали? Жорик? Жорик, красивый какой. Ой, красавец. Последний день, да, пятый день. Сходили мы вчера на караоке. Караоке, ну, более-менее весело было, можно петь. С каких мы начали? С 10, наверное, до 12, да. Выбираешь песню, поешь. Но дискотека, ребят, мы дождались ее на 12 часов ночи. Много молодежи, ну, там пару-пар. Ждали просто, как это называется, транс? Просто долбежка. Или как, транс? Да, отстань. Да, транс. Вот как правильно сказать, транс. Просто долбежка. Мне кажется, в других разных клубах. Ну там транс, например, какой-нибудь там ремикс. В Москве даже. Все ушли просто. И осталось пару парней, которые под алкоголем. Просто вот им пофиг, подо что поджигать. Все, вот пофиг. Они танцуют. Включили им транс, и все. Вот одну и ту же долбежку. Просто меняется чуть-чуть ритм. Короче, на дискотеке надо им работать и еще раз работать. Люди ждали, а в итоге Валерий, он и то веселее поет песни. Так что вот так. Фен хорошо, хорошо работает, включается, горит красная кнопка, там несколько уровней, фен хорошо работает. Сантехника старая. Батарея течет периодически. Смотрите. Одна попался. Вот это все течет. Ну, для двух жидых. Вон я иногда кидала вот этот полотенце для ног. Вот это все течет. Так, все более-менее. Розетку меняли, потому что, я так поняла, 90-80-е старая была розетка. Вот. Меняли, видите, розетку. Вещи почти собрали. В шкафах ничего не оставили. 16:00, выезд. Выезд. Так что будем выезжать.